После обработки поверхности дисперсионной грунтовкой и санации мелких трещин приступаем к финишному выравниванию основания с помощью самовыравнивающейся смеси. При выравнивании старых оснований с пониженной поверхностной прочностью необходимо использовать материалы, не дающие усадки при затвердевании. Иначе может произойти отрыв верхнего слоя основания или растрескивание поверхности. 920 Европлан Альфи. Саморазравнивающаяся гипсовая смесь для финишного выравнивания поверхности под последующую укладку напольных покрытий. Затвердевает без усадки. Идеально подходит для применения на слабых старых основаниях, а также на таких нестабильных поверхностях, как ГВЛ, фанера, гипсокартон. Для приготовления смеси засыпать 25 кг гипсовой саморазравнивающейся смеси в емкость с 6 литрами чистой холодной воды и размешать миксером до однородной массы без комков. Время размешивания приблизительно 3 минуты. Выдержать технологическую паузу 2-3 минуты, чтобы растворились все компоненты смеси. Затем еще раз размешать. Вылить смесь дозированно на подготовленное основание и равномерно распределить по поверхности с помощью ракеля, кельмы, правила или гладкого шпателя до нужной толщины слоя. Максимальная толщина нанесения за один технологический проход 20 мм. Гипсовая смесь 920 Европлан Альфи отлично растекается без дополнительных усилий со стороны укладчика. С ней удобно и легко работать. После распределения смеси прокатать ее с помощью игольчатого валика для удаления воздушных пузырей. В результате получается гладкая, ровная поверхность, которая не нуждается в дополнительной шлифовке и пригодна под применение любых клеев для напольных покрытий. Уже через 6 часов затвердевшая смесь набирает прочность до 10 мегапаскалей, и по ней можно ходить. Через 28 суток конечная прочность смеси достигает 22 мегапаскалей. При работе с гипсовой саморазравнивающейся смесью необходимо учесть, что после нанесения она должна высохнуть до максимальной остаточной влажности 0,5% по карбидному методу. Время высыхания при толщине слоя до 3 мм составляет 24 часа. При нанесении слоя более 3 мм каждый следующий миллиметр требует дополнительного дня для высыхания при нормальных климатических условиях. Температура 20 градусов, влажность воздуха 65%. Это означает, что при нанесении слоя до 3 мм укладка покрытия возможна уже через 24 часа, а при слое 5 мм через трое суток.